17 марта предприятием «Ленобл-Водоканал» начат работы по устранению аварийной ситуации на участке магистрального самотечного хозбытового коллектора, проходящего по Волховскому проспекту в районе дома 21. В процессе проведения земляных работ по вскрытию участка магистрального хозбытового коллектора было установлено, что аварийная ситуация произошла в результате частичного разрушения стенок железобетонного трубопровода и, как следствие, поступлением в коллектор щебня, песка и иных крупнодисперсных примесей. 18 марта начаты подготовительные работы для выполнения ремонтных работ по замене аварийного участка хозбытового коллектора. Проведение работ усложняется тем, что коллектор является действующим, в который поступает большая часть сточных вод правобережной части Волхова, несмотря на то, что работы осуществляются без отключения потребителей от централизованного водоснабжения. В районе числа 14 у нас начался подпор хозбытовых стоков. Мы привезли машину Скания, потому что со своими силами не было справиться с ВГДМ, которая вот у нас стоит здесь синяя. Значит, ей не пробить было. Мы попробовали Скания с другого района, машину прислали, и ей не получилось. Когда мы начали пробивать, в коллекторе обнаружили камни. В данный момент принято решение быстренько освободить, чтобы пустить стоки, но на данный момент мы ничего не перекачиваем, то есть просто сделали обводной с одного приемного колодца в другой, перекачиваем стоки, то есть работает в штатном режиме. У нас хозбытовая канализация, отправляем на центральную канализационную станцию, которая идет уже потом на очистку, на звонку. В целях избежания возникновения повторных аварийных ситуаций на данном коллекторе администрация Волховского муниципального района направила обращение в адрес правительства Ленинградской области о принятии безотлагательных мер, направленных на обеспечение работоспособности магистрального коллектора хозбытовых стоков, проходящего по Волховскому проспекту. Ситуация находится на контроле администрации Волховского муниципального района. Сегодня производим устранение аварии на хозбытовом коллекторе, расположенном в городе Волхове на проспекте Волховской. Произошло обрушение грунта, коллектор забит полностью, 500-я бетонная труба лопнула. На сегодняшний день работает 4 единицы техники, 7 специалистов, которые предотвращают эту аварию. Работы ведутся на постоянной основе, и приносим свои извинения жителям города Волхова за созданные неудобства. А что касается автомобилистов, как им стоит, какие перекрытия, сколько они будут действовать и как планируется маршрут? Проспект Волховский перекрыт от улицы Маяковского, от перекрестка Маяковский-Волховский до перекрестка Пирогова-Волховский. При завершении аварийных работ движение будет восстановлено. Ну и что касается отключения, ждать ли жителям какого-то отключения воды или каких-то ограничений коммунальных? На сегодняшний день отключения никакие не произведены. Работы производятся в таком режиме, что людям не отключили ни воду, ни остальные удобства. До окончания аварийно-восстановительных работ движение автотранспорта будет осуществляться по маршруту проспект Волховский, улица Пирогова, проспект Кировский, улица Маяковского, проспект Волховский в обоих направлениях.